some people die, while the rest of us are splitting hairs. It's a good world. Всем здорово, с вами Эдвин, и вы на канале Мысли о Геймсе. И сегодня у меня на обзоре HyperX Cloud Mix. Вот такие вот наушники. И я очень рад, что я могу рассказать вам про эти наушники. Чем же они хороши? Начнем с того, что они были представлены на выставке GES в Лас-Вегасе. Сразу затронем такой вопрос, который хотят задать хейтеры. У тебя же много наушников? На черта тебе еще одни. Ты мажор. Нет, я не мажор. Компания HyperX любезно предоставили мне наушники на тестирование. Бесплатно. Я же видеоблогер. Основной плюс этих наушников, что я их могу использовать как для игр, так и прослушивания музыки. Тип гарнитуры полноразмерная. Двухкамерная конструкция динамиков. Точный звук без искажений. Два вида подключения. Первое, Bluetooth до 10 метров. Это очень много. Второе, проводное. 20 часов работы в автономном режиме. Вес гарнитуры 260 грамм. Теперь давайте распакуем. Приступаем. Давайте достанем и сразу оденем. Тут идет черная коробка с названием HyperX. Вот такая вот сумочка, тоже с названием HyperX. Я так понял, это сумка для наушников, чтобы положить, и было все очень удобно. Есть тут три провода. Раз, два, три. Чтобы подключить наушники к геймпаду, нужно взять геймпад. Один конец подключить к самому джойстику, а другой подключаем к наушникам. Находится вот здесь. Чтобы подключить компон, нужно отсоединить здесь и подключить сюда. А эту сторону уже подключаем сзади компьютера. Давайте подключим наушники спереди. Вот такая длина. Короче, от компа до телевизора. Также здесь есть вот такой вот провод. Он нужен для того, чтобы заряжать наушники и потом слушать музыку по Bluetooth. Теперь давайте посмотрим на наушники и изучим. Тут идет прочная конструкция. Почему? Потому что здесь идет алюминий. Здесь есть регулировка. Можно фиксировать под свой размер. Также с другой стороны. И провод, который прочный, не порвется. Также здесь есть подголовник. Он очень мягкий. Эко-кожа, очень гибкий. Офигеть. Также спиненные амбушюры с эффектом памяти. Одеваете, уши не болят. Как вы заметили, здесь есть внешний микрофон, который можно регулировать под себя. Можно так, можно отодвинуть, можно вообще убрать. А если вам вообще он не нужен, то здесь есть внутренний микрофон. И это очень классно. Давайте посмотрим, какие есть кнопки и регулировки. Такая ситуация, допустим, у меня наушники подключены через провод компьютера или к PlayStation. Есть у провода такая регулировка, как убавить, ну и прибавить звук, или включить-выключить микрофон. Но если вы находитесь в машине или гуляете по улице, то убираете этот провод. И здесь вот так, у наушников, есть
кнопку «Выключить», «Включить», «Прибавить», «Убавить». И если вам кто-то звонит, то вы можете принять вызов. Так что это очень удобно. Давайте попробуем посмотреть, как все это будет выглядеть вживую. Допустим, такая ситуация. Я играю на компьютере. У меня провод подключен к самому компьютеру. Я играю, и мне нужно прибавить или убавить звук. У провода эта фишка есть. Вот, здесь что есть «Убавить», «Прибавить». И также можно включить и выключить микрофон. Можно, кроме компьютера, еще играть в PlayStation. Вот, допустим, обычно я сижу здесь, подключаю к джойстику наушники и начинаю играть. А может быть такая ситуация. Я хочу потренироваться в своем фитнесе. В своем собственном фитнесе. Вот фитнес-зал. Включаем, значит, беговую дорожку. Занимаемся спортом и при этом слушаем музыку. Ну все, я закончил свою тренировку. И заметьте, я не снимал наушники. Я и играл, и занялся спортом, и сейчас пойду на улицу. Я возьму сейчас свой Segway, включаю его. Встали и просто поехали. Давайте попробуем послушать музыку. Значит, включаем наушники. Ох, нифига себе. Наушники теперь могут со мной разговаривать. Офигенно. Значит, заходим. Точнее, одеваем наушники. Потом берем телефон. Находим. Заходим в Bluetooth. И вот видим HyperX Cloud Mix. Нажимаем. Значит, подключаемся. Я подключился. И когда я подключился, я все это слышал. Она сказала connected. Потом заходим в контакт, заходим в раздел музыка и включаем какую-нибудь музыку. Так, сейчас. Слышно? Это сейчас цена максимум поставила. И, допустим, как я буду слушать. Вот так слышно? Так не слышно. А. Ну тебе как, нормально? Что прибавь сейчас? На полную катушку. Хорошо. Давайте прибавим на полную. И там прибавь. Я тебя не слушаю, если что. И здесь ему прибавим, например. Вот смотрите, я здесь убавляю, и там у него убавляется, вот. В телефоне. Вы можете это регулировать из телефона, а также можете самих наушников. Вот с наушников попробуй прибавить, убавить. Видите? Давай, теперь прибавь. Как звук? Ну, очень громко и четкий звук. Мне нравится. Ну, чистый звук? Да, чистый. Сейчас я попробую одеть. Их прям здесь слышно. Вот если просто даже наушники вот так вот держать на максимуме, то слышно, как музыка играет. Это не относится ни к какой рекламе, ни к чему. Знаете, вот такое ощущение, что, не знаю, вы еще в клубе были, не были там, сколько вам там лет, но если были в клубе, вы тусовались, и когда вы находились рядом с какой-нибудь колонкой, мощная колонка, и вы прям ощущаете объемный звук, который прям... When the cut, hey, you want us red run. When I tell a bit peace, love is love. Love is love. Howdy ho.
Hold up with it, got my back on Pippin. Bitch, I'm back in kitchens with the tray. Bitch, windows tinted like how black my skin is. Scoop the shorty in it from a J. Swish, she got vision just like any women giving me the kitten. Way before the riches, nothing more to mention. I could light a block of powder or a glisten. Foreign on my body, that's a gore of linen. I came through tripping Aquafina, I'm sipping 15. Kept a weapon on me. Flow make digits, I'm on my business. Stack chicken like what it's gon' be. Crew in the cut, hey, you want us red run when I tell a bit peace. Love is love. Love is love. Adios. Love is love. Love is love. Adios. Love is love. Love is love. Adios. Если вы хотите такие же наушники, то ссылочка будет в описании. Подписываемся на канал. Обязательно подписываемся на Инстаграм. Всем удачи. Всем пока.